Итак, ребята, нам нужно сейчас выбраться из магической коробки. Из магической? Шоу «Интеллект» начинается. Не-не-не, она не совсем магическая. Смотри, там написано, это матрица. Это матрица? Ой, похоже, реально матрица. Смотри, как так? Короче, прикол, а чё? Это невидимая клетка, алё. Невидимая клетка, да. Вот я и говорю. Что там делать? А как на X нажимать и пытаться пробиться в какой-нибудь угол? А, во-во-во! Так, смотри, не хайся. Парни, парни. Максим что-то нашел, смотрите. Идите сюда, идите сюда. Будьте внимательны, Макс что-то нашел. Встаньте, и тут просто видно, видно текстуры, короче. Подожди, здесь переход с платформы на платформу. Да. Вон, видишь, определенно есть что-то. А по каким углом? А вот, по таким углом, да, видно. Тут щель, походу, кажись. Вон, колеса типа провалились, видишь? А ну, покажи. Надо его впихнуть. Впихнуть его туда? О, в натуре поворачиваться. Давай! Ну у меня здесь ничего не пропихивается, никакой щели нет. Кто меня сдул турбиной? О, снова в щель, смотрите, попал парень. Ой, я во что-то врезался. Сода, я лечу на помощь. Забил, забил, нет тебя? Да ёпта. Блин, парни, я вообще не понимаю. Скорее всего, это не этот вариант. А, смотри, братан! Щель нашел! Какая, где? Смотри, я... Только не сбейте меня. Я сейчас стою, у меня колеса крутятся, смотри, в воздухе. Вот тут щель. А, не-не-не, тут реально щель есть. Смотри, машина проваливается вот на секундочку буквально. Во-во-во-во-во! То есть надо как-то... Парни, смотрите, делаем как. Надо машину под другим... Боком стать. Боком, да, подтолкните. Давайте приподнимем его, получается. Подожди, я с той стороны держу, а ты с этой поднимай. А двое держат с этой, что? Давай. Погоди, вы меня просто, пацаны, вытащите. Что за херота? Ах, срань, господи. Кто нажал? А где нажал? Парни, держите щель. Я опять в щели в какой-то, смотрите. Теперь я в щели, пацаны, теперь я в щели. А вот, нашел, Макс, твою щель. Ага! Макс пролез. Я не взял чекпоинт, там реально. А как, прям на чекпоинта надо, что ли? Просто, парни. Короче, это кольцо, оно тупо щель под кольцом. Вот тут я где-то пролез, дядь. Да, сейчас мы щель не можем. Отсюда вот здесь зашел. Все, запоминай, подожди. Разворот беру. Вот в таким вот углом он заходил. Давай, давай, давай. Я тут забаговал немного. Смотри, труба. Все, вот, вот, давай, Леха, давай, давай, Леха, подталкивай. О, зашел, подожди. Давай, давай, Леха, заходи тоже. Просто я реально попробую. В шоке, ребята, 5 минут, и мы только-только разгадали первый чекпоинт, как блин, найти, понимаешь, всего 20. Ох, нихера, труба! Бей, бей, кто меня может ударить, нет? Мне кажется, да, я ее сломал, чуваки. Ты сломал трубу, ты я почти сам, смотри, я сам залез, идите нахрен, я сам залез в немощи. Хорош. Че с ней? Я тебя, значит, подпихнул, а ты сам залез. Да. Так. Джоспин не помогал, пацаны, ничем. Что ты с трубой играешь, сидеть, успокойся. Я тоже хочу с трубой поиграться. Огромная такая, боярская. Так, подожди, а мне тогда, а я сам прошел. Для чего-то она здесь стояла, подожди, она для как текстура, она что-то тут сбрасывала, что-то пугала нас для чего-то. Не трогайте ее сейчас, крайне. Тут что-то синее, смотрите, синее что-то, вот где встал. Смотри. Смотрите. Бляха, короче, хер с ней. Вот, смотри, братишка. Там сверху щель. Тут сверху щель, поцы. Сюда, я. Ну он так щель здесь. Надо просто, или что? Так, чекпоинт посередине, ребят. Но он сверху, он сверху, Диан. Чекпоинт, чекпоинт. Уди, это надо как-то встать в район. Не-не-не, все нормально. Слышишь, подожди, и там есть дырки. Не-не-не, тут дырка, короче, щель-то надо по стене потом выше ехать. Охренеть. Подожди, где? Вот, где у нас труба розовая, там дальше дорога появилась, надо просто словиться. Да, да, все именно так и есть, поц. Показывай. Смотри, я запрыгиваю на стену в таком положении, чтобы потом еще зарядить снова свою эту. Бальмэн. Так, а может надо в ту же дырку назад попасть? Потом X нажимаем. Вот так, здесь подожди. Вот типа. Под углом в 90 надо вверх. Ну вообще-то да, если это матрица, тогда логично. О, я в чекпоинт, там труба. Как я попал сюда? Извините, я что-то сделал? Что произошло? Пацаны, смотрите, я прямо у трубы. Попал сюда, да, да, да. Какой трубы, как так? Вот, а текстуру откуда не вижу. Летел? Вот, залетел, как ты ударился с сода, вот. Смотри. В той коробке, все нормально, Лех. Не-не-не, он прям возле чека, там можно как-то взять. А, тут синенькая, да, текстура, но она заканчивается. Там как-то можно, там как-то можно, так парни. Так надо приземлиться на потолок той коробки, ребят. Нет, сверху, проезд сверху, я здесь это... Нет, Дим, чекпоинт в трубе, ты сверху не возьмешь. А? Хотя, во-во, что-то...
Ага. О, ты провалился в эту. Так ты снова... Я в коробке теперь. Блин, это... Ебана, до хера на самом деле. А что это такое? Погоди. Ага. А куда там? Итак, я вылетаю. Ого, я вам подожди. Видео, по крайней мере. Я из коробки, есть коробки, я на коробке короче, снаружи надо уже. Вправо, да, блин, можно попробовать там вот так. Надо вправо, там можно проехать, там есть бустер еще при этом. Ну я вообще какой-то... Так, тут лабиринт передо мной открылся, представляете? Чёртова вот, коробка. Я направо пошел. С Алиэкспресса. Что? А сверху что тоже я? Закрыто все. Хотя нет, есть щель. Я вижу Леху, да. Во-во-во! Нет, так. Лёх, это не туда, по-моему. Ну я хотя бы здесь. Ребят, да. Я не знаю, куда я лечу. Ну-ка, сейчас попробую. Сюда. Парни! Да? Да, это проезд, кажись. Вылетел. Да. Отлично. Держись. Куда я за тобой? Держись, хорошо. Раз летел. Ты правильно есть? Сделал? Я вылетел с розовой стрелки, дальше просто вслепую, да, куда-то ведет дорога. Да, направо выезжай сюда в да, короб. Да, ты объедешь вон это я проехал, все дело. Смотрите, куда. А ускоряшки есть какие-нибудь фейковые? Охренеть! Нету. Смотри. Ребят, я прошел, можно... А. На лабиринт вот... типа, что ли? Не-не-не-не-не, вот, просто вверх залетаю. Вот в эту трубу зеленую. А, так здесь труба мне мешает. Мы с нее колпак сняли. Вон валяется. С нее колпак сняли? Подожди, а мне можно из цокольного этого этажа выехать как-то? А, и просто попасть туда. Да, можно. Подпрыгнуть и в эту трубу попасть. А это ж можно и умереть так. Я между полами этими верхними. Что за... Я прыгаю, он не забирается. Ай, почти, слушай, хорошо придумал. Прям с угла можно сделать это. Лютую дичь. Это я здесь, здорово. Это мне Макс там, подожди, газует. А, Джоспина ты, да? Так, я вас частично могу разбить. Я не знаю, но здесь стена. А, стена, спасибо большое. Смотри, будь внимательнее, если что. Пожалуйста, маленькая. Оп. Стоп. А ты уже тут попал в трубу, стоп, попал. Да, тут на самом деле нужно было отлично. Там по трубам проехать, но я не могу сказать. Они, короче, прозрачные, типа, аля. Чекпоинты, да? Я пролетаю через. Там потом в щелку, да, надо было протиснуться. После ракетки. Да, там щелочка пад. Что происходит? А главное не застрять на ней, хорошо? Что я здесь делаю? Во что мы играем, черт побери? Что происходит? Да реально, мат. Я вообще не взял, взял, подожди. Ни хера не понимаешь, короче, а ты здесь. Походу еще живой. Меня сюда опять возвратили на этот же ларек. Бери чекпоинт, подожди. Я под чекпоинтом, просто прыгнуть надо было и все, я да? Под шофе одень, да? Ну-ка, я допрыгиваю. Короче, я не буду рисковать, просто прыгну сейчас. Так, куда? Все, я взял. Я понял. Я где оказался? А, Димка, так ты один, получается, не взял. Да, я четвертый, отстаньте от меня. Братишка, давай, соберись. Я стараюсь. Братишка, я тебе могу покушать принести. А просто иксом, даже не прыгай. Какие, блядь, ты куда летишь? А, да? Да, ты сюда жестко вылетел, блядь. Лол, кстати, да. Смотри, второй аккуратно возьми и прицелься в красную, потому что ты это? Заново респанешься. А как здесь-то будет? Так, ладно, попробуем это снова взять. Нет, кто попал. Да, блядь. Ай, какого хера? Так, берем этот, поехали дальше. Макс, ты вообще-то сломал скилл-тест, у нас труба лагает. Дырки не будет здесь? Серая, дырки нет. Я лагал и до этого, типа, алло. Сань, подожди, тормози, это я из своего бокса ее вам выбросил. А, в смысле? Дебидор, она мешает. Она пролагала. Она капец как мешает. Так, надо попасть сейчас в эту штуковину. Давай, раз, два, три. Давай, оба. Попали, хорошо, четенько. А куда мне дали это? Мне тоже сейчас синяя труба помешала. Берем в красный сода, что дальше? Черт. Я дальше еще не прошел. А куда Макс надо дальше? Я сюда прилетел вообще? Типа, смотри, это, вот блядь, так запрыгнуть и... Как, да? Что за, ё-моё, куда ехать? Внутри белой трубы? Я вообще не понимаю сейчас. Да. А ты где спавнишься? Не на крыше хоть? Нет, так, я за тебя. Тупик, а, ребята, все, изи тебя. Тогда. Хотя... Ага. Но, блин. Нет, стой! Я, по идее, должен был взять. О, я тут. Да. Ты засейвился там? Я засейвился в трубе вот в этой. С первого раза? В серой трубе ты сейвился? Да. Можно так делать? А где чекпоинт здесь? О, так вот чекпоинт прям над нами. Ну, а что я прыгаю, ничего прям... не берется. Что за чекпоинт? Я прям над ними пролетаю, вот прям сквозь. А что там платформа сломалась? Ой, держись. Фу, я думал, об нее засейвиться можно, спасибо. Давай, держись. О, все, я взял, найс. Это я эту платформу сломал сам. Я понял. Так, я сейчас внутри карабаса, Максим, ты где? Я сейчас тоже внутри, поднимаюсь на второй этаж. Ребят, опять же. Так тут... же, таким же образом, с красной или синей только уже? Ну, типа того получилось. Да, ребята, как? Помогите, пожалуйста. Не-не-не, я пока нифига не смог. Ты не Биг Смоук? Ого! А, вот какой колпак, я понял про что вы говорили. Просто дырка, чего?
Куда ты меня завиваешь, эта маленькая, а? Пышная. Да, ёпарасы. Булочка. Капец. Ты не взорвался. Догонал. Еще такие долгие полеты вниз, особенно, когда падаешь. Да-да-да. Да-да. Долго летишь. Блин, это что-то жесткое в натуре. Да, это жестко. Ты с кем разговариваешь? Ты что, дурак? Типа, сам с собой такой согласился, да? Да, да, дурак вообще. Нормально тебе. Нормально, дядь, нормально. Я могу показать кому-то 13-й чекпоинт. Это типа, аля, из разряда 13-й район. Так, ребят, помните, вокруг теста снизу были трубы? Сука, это жесть. Блядь. Ох, тенде. Прям в дырочку. А, вижу. Что за наркоманский смех? Я не могу залететь! Я так это себя возбуждаю. Что-то я угорел. Я точно не годен, парни, в армию, походу. Пришел в армию, вены вскрыл сразу перед военкомом. Я полярочку набил степени. Тормози, машина, тормози, пожалуйста. Смотри, нам вон туда надо. Хорошо, все, но зато я понял. Туда? Да. Я не знаю, как это сделать. Но я знаю, как это сделать. Лол, как ты это сделал прям при мне? Как? Научи. Хер знает. Бля, не попал. Попадать начинаешь, X прожимаешь в нужный момент. А, вы в эту не можете попасть? Ой, вообще, куда я где шлифанул еще сейчас? А ты сейчас на каком? Я взял то, что на 14-м. Далеко ты уехал. Куда я еще выше взлетел? Там вообще жара, пот и юнцарский. Пацаны, я вообще выше взлетел, я не там оказался, где надо, извините. Да. Вот едешь, короче, на эту зеленую шнягу. А, так уже и Дима взял. Да, вот едешь на эту шнягу, куда дальше надо? Ну, да. Ну, и синий, кстати, лучше это делать, мне кажется. Что это такое? Что это за дичь? Именно, да. Именно, да. Я как бы тоже в курсе, как и ты. О, подожди, я на самой вершине коробки, тут НЛО. Я тоже на вершину коробки, смотри, Леха, что ты там делаешь? Да, давай ко мне. Я не могу, у меня нет буста. Да, мне как-то надо сейчас отсюда спрыгнуть, чтобы взять чекпоинт. Мы туда залезли, ёпта. Я не залазил, я мимо пролетал, посмотрел. Не, я вот тоже пролетал мимо и увидел. Да ладно тут! Ух ты, что ты гад! Это просто человек-создатель. Да, есть. Заряд, и что он дает? Что дает? Кто бы мог понять? Что дает заряд? Бустанись! Заряд дает буст. Я взял! Потом на этом бусте, короче, по инерции поменять все направления тачки. Я сейчас обоссусь. Что я сделал сейчас? Нет. Сюда спрыгнул, лоб. Я оттуда спрыгнул. Я летел под каким-то углом, нужный мне. В нужный момент забустился тупо. И взлетел. Нашел путь. I'm the way, my Buddha. Я, походу, тоже путь нашел. Кто бы знал, что тут контейнер. А вы что, уже все сразу взяли? Это чекпоинт? Сода, какой у нас дальше эффект? Что? Мак. Ты чего? Это... А вон у меня в другой комнате просто чек с бомбой. Куда? Зачем так делают? Ой, а что за крикует? Люди, Мак. Мак, как тебе чего? Попасть? Я тут стенку тру и все. Я где? Ты катаешься по комнате. Куда-то я запрыгнул, пацаны, подождите. Че за дела? Какой-то, походу, правильный вей. Но здесь какие-то дирижабли. Ты уверен, что это правильный вей? Стой, я в соседней комнате. Ой, я в соседнем вей. Так, смотри, четыре колеса. Видишь, там Макс катается? Вот едь в чекпоинт, возьми вот... чекпоинт. Короче, парни, что если будет? Вы там вот попали в огромную комнату, то... Нет, ну ты меня байтишь. Нет, ты иди, ты покажи, что будет. Сейчас, Макс, секундочку. Ну вот смотри, я еду такой же чекпоинтом, байтишь. А-а-а. Понятно. Так мы сейчас в огромной комнате, Макс, продолжай. Всё, соседи. Соседи? Заебись гайд. Хороший гайд. Ставлю лайк. Нет. Ух! Подожди, а если просто перелететь, Лёх, не думаешь? А еще дальше-то с этого будет? Красиво закликбейтено. А, бля, нет, там стенка доверху. А вон я ее видел, она огромная синяя стенка. Так, да, опять эти невидимые текстуры, парни, они, короче, кругом везде. Там реально огромная стена, короче, здесь не проехать. Где? Там прям щелка сверху. Отсюда вот возьмем, да? Ну, показывай. Щелка сверху, вот на этой халабуде огромной. Серьезно? Ну, Макс говорит, да? Да, Макс говорит, ну, если Макс говорит, то попробуем это сделать. Я так езжу, алло. Я есть тоже, дырочка, да? Попал, перелетел. Да ладно. Хорош. Ты чё? Нравится эта тачка, не взрывается она, понимаете? Так, нет, навозная. Я не вижу. А дальше куда? Дырку. Она просто по центру была или подожди, или она просто щель поперекла? Просто там щель какая-то. Наконец-то я попал к вам. А, он тут берется? Да. Что сделать надо?
Бля, езжай сюда. Это дичь. Изи, я взял. Короче, там говорят сверху на этой стенке прозрачной, которая, да, там есть щелка. Где прозрачная стенка? Теперь надо Леха вот сюда, прикинь. Я вообще просто даже долго тут сидел, тупил. А оказалось, что тут есть вот один контейнер, который можно разбить. Да! Ты его разбил, и все, это он? Чайно. Это он был? Это вот этот контейнер. О, прикольно. Там вверху типа дырка? Да. Ну, Лёха типа дырка. При мне, я ее видел прям, ну, точнее, видел. Как ты сода при мне вот первый раз показывал, так и... Да заебали вы, я со второго раза ничего не знаю. Шлёпки. Так, где что здесь за кликбейт? Блин, я не успел зарядить заряд. Капец, и прям врезался. Зарядить заряд? Не, да, не успел зарядить заряд. А дальше надо... А, все вижу. Там бомбы вообще-то, вы чё? Тут стена, Лёха! Тут стена, да. Че, кликбейт какой-то. Ну, типа, чтоб я не взорвал. Надо... Может, не совсем тут все стена? Так мы тебе их оставляли, чтобы ты взорвал. Не, я не взорвал, я тебе оставил. Смотри, не совсем все стена. Надо новоурайт, новоурайт! Я, сука, как урать, ты понимаешь? Я вижу в глаза. Сбоку? Блядь, я понял. Он ему, я понял. Короче, я понял. Максим, это вы заразили меня спидом, оказывается, на той вечеринке. Вот это было весело. Слушай, был я в этой херне, да, психовал на дырку, психовал, что аж случайно отреспавнился. Ну, типа, блядь, подлежащий. Ты, ну, сейчас историю про баб каких-то рассказываешь. Волрайт по центру пройден! Чекпоинт мой был взят. Вообще очень долго. Ого. Ты где тут свалился-то? Я со второго раза попал. А, в центре какое-то место есть, нифига ты. Воу. Ты как эти дырки, Максим, пробиваешь? Как ты их находишь просто? На этот этаж? Я вообще этот дыропёс. Понял. Дыропёс, единственный в мире малыш дыропёс. Дыропёс. Ну, конечно, звучит романтично, я знаю. Что тут сделать надо? Блять, почему я попал на крышу, но я не перелетел синюю хуету? Вы мне можете... О, привет, дядь! А, ты в щель залез? Реально, вы не могли в Волрайт прийти? А, что? Почему? Смотри, не-не, ехай сюда, мой дорогой друг. Сода, смотри. Аккуратненько, главное все аккуратненько проходить, не торопясь. Согласен. Вот парашют взять и умереть. Хорошо, я уже знаю, что здесь будет, потому что я аккуратно. Все будет хорошо. 14-й чекпоинт, вы серьезно? Макс, ты зря спавнился, тебе ближе наоборот к проходу. Куда ты пышнулся? Да, думаешь, тут надо было так? Ну, я думаю, да. А, ран, Вася, ран. А дальше куда тут, эй? Что там, Леха, у тебя какая-то? Коробка огромная, у меня 17-й чекпоинт. Я после телепорта. На верхушке. 17, у меня 14. А, ну тут все понятно. Надо просто упасть, там щелка такая, типа. Нет, я заспавнился в другом месте, оказывается. Ну, а, лол. Ты куда побежал? Вниз надо. Макс. Вниз надо. Стой, подожди, вниз стой. Надо. А, не вниз надо, ёпта. А что ты это за текстура, лол? Ты ублюдок, я сюда бежал. Сколько? Мигрировал. Сколько ты бежал сюда? Все, я знаю, куда надо, Макс, пойдем. Куда? Пойдем за мной, покажу. А что за текстура, парни? Ублюдок! Нёу! Нёу! Ублюдок! Женский голос! Сука! Это же так весело! На скилл-тесте! Как вы дети, как бегаете, как бомжей пугаешь! Мало хп! Мало хп! А мне еще не мало, я еще не наигрался с вами, сука! Да цань! Бля, ну ты пидор! Ты бадры помощные! Отвали! Ни себе, ни говну, ни вошки, ни помёшки. Давай сюда. Смотри, что я могу. Вот так тебе всего. О, ебану. Вот это бой. Гладиаторский настоящий. Нет. Короче, все, вот теперь точно знаю, куда идти. Куда? Я видел чекпоинт. Смотри на меня. Надо вот так вот попасть и там в дырку попасть. Да что? Внизу. Максим, давай туда закатаем туда. Лёна, до свидания. Да, ты падай. Ты понял? Короче, надо в две дырки пролететь на парашюте. Что, блядь? Дичь какая-то. Как это, блядь, сделать вообще можно? Это просто надо упасть. Ну, так он руками цепляется, и типа минус руки просто. Ты просто не прошел. Да! Чё за говно, чё за карта? Бля, я не знаю. Да как? Он руками просто цепляется. Лик, ты скажи ему, держись. Контроллер есть такой? Так держись. Так вот он и держится, он не должен этого делать. Блин, так это подко. Подко. Нормально.
Максим, что ты там симулируешь? Блин, слушай, а что если сделать по-другому? Смотри. Да блин, да, рукой цепля... А давай попробуем приземлиться на первый, на второй этаж. Не-не-не, не на второй, на второй смысла нет, там на первый надо. В смысле, стена невидимая? А, ну да! Что тут делать-то? Давай! Берись! Да, все, волчара взят. Так! Что за волчара? А, во, волчара, да. А я не умею на них прыгать, короче. 45 минут говностая. Говностая? А тут дырка! Там, короче, вот ты заспаунся. Вот ты заспаунся, да? Кто, я? Да. А, чё? Да. Подъедь к окраине слева. К окраине, как... Не-не-не-не, вот подъедь, подъедь. Вообще, типа, пульнуть туда, имеешь в виду? Да ладно! Что это за заебота такая, не скилл тест? С Якова на Якова. И чё, вот просто туда пульнуть? Ну вот я прыгаю и уже летел так. Проще. Так, волка берем. Ну вроде да. И чё мне этот волк дает? Просто что я волком финиширую? О, нормально засейвился. Нормально пойдет. Мне нравится. А подожди, надо прыгнуть в трубу что ли? Не, надо вниз просто опять прыгать. Да, в щелки. Внизу. Финиш. Ну да. Офигеть, за зверя. Меня на самом деле. Вот за таинственного зверя. Я и пройти это, да. Братан, да, да. Нормально. Это просто тайминги ловишь. Самые четкие. А, так вот. Блядь. Какой же конченый скилл тест. Ха. А я спрыгнуть-то не могу понять где. Ты понял? А, бля, подожди, ты не спрыгнул еще? Нет. Блядь. Не понял. У тебя 20 секунд, чтобы спрыгнуть. В смысле? Да, смотри, смотри. В дырку, Алеша. Просто вниз, да. И но вокруг тут побегай, где-нибудь. Рядом с трубой подходи. Где-то, да, вот. Во! 8! 8 секунд. Ну ты успел. Чего не скажешь. Ладно.